Здравствуйте, с вами Людмила. Кто любит бисер, как я, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии, жмите на колокольчик, чтобы быть в курсе моих новых работ. В этом ролике я покажу третий браслет из беконусов. Он немножко плетется по-другому, чем первый и второй. Я решила сделать серию браслетов, потому что материалы у всех разные. И если вы захотите, чтобы могли бы сплести. Это я сделала из беконусов и расставила вот тут бусинки. Я буду показывать на зеленом. Вот у меня зеленые беконусы. И я в середину поставлю рондели. Они у меня сплющенные такие, поэтому форма сохраняется. Я буду делать все из беконусов. И только бусины расставлю в середине. Вот такие бусинки. И вот бусинки у меня зеленые 4 мм. И беконусы 4 мм. И 6 мм бусинки. Я буду делать на леске, но можно также делать и на нитке. Особенно беконусы, тут вообще ничего не видно. Потому что я буду использовать бисер номер 10. Вот такой. Он у меня серебро. Десятка. Номер 10 бисер. Я сделала первый набор. И завязываю. Делаю 3 узелка. Можно также с мононити делать. Вот. И прохожу. Такой у меня получился. И прохожу вперед от узелка. Вот этот набор будет повторяться. Прохожу через беконус, только беконус. Теперь прохожу через бисеринку и поднимаюсь наверх через беконусы 2. И делаю следующий набор. Я взяла снова вот этот набор, все время повторяется. И прохожу через 2 беконуса, опять через 2 беконуса прохожу. Как раз мы начало и укрепляем, потому что несколько раз проходим бисеринку. И снова через все 3 беконуса. 1, 2, 3. И делаем следующий набор. Теперь я буду проходить так, как надо пройти до конца. Сейчас мы уже низ закрепили, у нас достаточно беконусов, поэтому 2 беконуса вниз. Набор одинаковый. 2 вниз. 1, 2. 2. Подтянули. Развернули и проходим через бисеринку. Смотрите, не пройдите мимо, а то она провалится. Поэтому надо пройти через бисеринку. Видите, я вот через одну бисеринку прошла. Вышла на правую сторону. И теперь я поднимаюсь через 3 беконуса. 1, 2, 3.
и делаю следующий набор. Снова я набрала. Прохожу через 2 биконуса вниз. 1, 2. Разворачиваю и прохожу через бисеринку. И 3 биконуса вверх. 1, 2, 3. Следующий набор. Опять взяла. Набор этот повторяется. 1, 2. 2 биконуса. И через бисеринку. Вот эта бисеринка как раз закрывает зауженные концы биконусов. А так леска сильно видна была бы. И вот через бисеринку. И 3 биконуса вверх. 1, 2, 3. Следующий набор. Опять взяла 2 биконуса вниз. 1, 2. Проходим бисеринку, вот как раз у лески, через бисеринку. Смотрите, мимо не пройдите. Через бисеринку. И 3 вверх. 1, 2, 3. Вот такой рисунок. И идем до конца. Вот идем до конца, какой длины нам нужно. Измеряем. Я сплела 2 полоски. Измерила, какой длины мне надо. Смотрите, как должно рассчитываться рисунок. Я в каждом ролике это рассказываю, потому что не все будут все ролики смотреть. Поэтому я там в каждом рассказываю. Считаем. 1, 2, 3, 4. Вот так должно делиться. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Вот так должно делиться. Конечно, вы должны по своей руке все померить, но четверки по краям должны быть. А троек сделайте столько, сколько вам нужно по длине. Вот по краям должно быть 1, 2, 3, 4. Из другого края 1, 2, 3, 4. А остальное делится 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Вот так делится. Так что троек можете набрать сколько вам нужно, а четверки должны быть по краям. Теперь будем шивать браслет. Леска у меня выходит с этой бусинки биконуса. Я взяла 1 биконус и прохожу сверху вниз, вот справа налево прохожу. Мы закроем браслет. Подтягиваем. Вот у нас 1 бусинка сверху биконус. Берем следующий биконус. Подводим, чтобы леска не сильно не путалась. И проходим через верхний биконус снизу вверх.
у нас 4 биконуса окажутся вместе. И как раз мы соединим наш браслет. Вот видите, как у нас соединилось? У нас тут 4 биконуса. 1, 2, 3, 4. Теперь надо пройтись по кругу и закрепить. Подтянули. И идем по этим 4 биконусам. Первый. Второй. Третий. По кругу идем. И четвертый. И подтягиваем. Теперь снова мы проходим через первый биконус. Проходим через первый биконус. Вот я прошла иглой. И сразу сделаем петельку для замочка. Я взяла 7 серебряных десятки. 7 бисеринок. И прохожу через этот же биконус. Теперь я пройдусь по бисеринкам, чтобы закрепить петельку. Можно 2 раза пройти, можно 3 раза. Вот, прохожу, чтобы закрепить нашу петельку для замочка. И снова через тот же биконус. Тогда лучше все подтянется. И можно пройтись вот по этим 4. Раз сюда вниз, чтобы еще раз закрепить. Просто я иду по кругу. Закрепляю начало браслета. И теперь я закреплю и выведу вот в этот ряд. Вот в этот ряд. Внутренний ряд выведу леску. Вот я вывела вот иголку. Сейчас я вам покажу поближе. Смотрите. Внутренняя дорожка. 1, 2, 3, 4. 4 биконуса. Вот 1, 2, 3, 4. От самого края, я считаю. Вот то, что я вам показывала, 4 в первых. Вот я выведу туда леску. Вот я вывела. По внутреннему краю. Теперь я беру биконус. Нет, теперь я не биконус беру. Теперь я бусину, рондель. Видите, он такой зауженный. Рондель я взяла. Поэтому здесь край будет ровный. Ну, можно также и биконус взять, но я вот решила бусинки сделать. Подвожу и нахожу 4-ю. Опять считаю. 1, 2, 3, 4. Прохожу через 5-ю. 1, 2, 3, 4. Через 5-ю прохожу. Вот так можно нагнуть. Сейчас покажу. Нагибаю, чтобы дырочку лучше найти. И опять считаю. 1, 2, 3, 4. Прохожу. 1, 2, 3. Я прохожу 3 биконуса и подтягиваю. Вот он у меня встал. Бусинка встала. Беру следующую. Это рондели у меня. Хотя можно и бусинки. И вот от этой лески, где считаю 1, 2, 3, в 4-ю прохожу. Даже можно отодвинуть, если вы не видите, откуда идет. Вот 1, 2, 3. В 4-ю надо проходить. Раз. Проходим сразу 3. И подтягиваем. Еще раз покажу. 6 миллиметров.
Вот в этом браслете тоже беленькие у меня. 4 миллиметра беленькие. А вот а внутри я 6 миллиметров поставила. Вот внутри. 6 миллиметров. 4 и 6. Вот я снова взяла. И считаем. Раз, два, три. Прохожу в четвертую. И прохожу раз, два, три. Три. И вот так я иду до самого конца. Расставляю бусинки. Вот. И снова беру бусинку. И считаем. Раз, два, три. Прохожу в четвертую. Раз, два, три. Я специально делаю зеленых беконусов. Мне часто говорят, почему у вас нету зеленых украшений? Вы нас как-то забываете. Очень многие люди любят, женщины любят очень зеленые украшения. Поэтому я решила тоже иногда делать из зеленого цвета. Вот теперь идем до конца. Вот я взяла последнюю бусинку. И у меня тут я прошла иглой 4 последних. Если остается 4, значит расчет был правильный. И затягиваю. Теперь надо закрыть, как и в этом конце. Тут также надо закрыть. Я взяла беконус и прохожу через первую вниз. Вот. У меня тут беконус. Беру снова беконус. Подвожу. И уже с другого края снизу вверх. И так я закрываю браслет. Вот. У меня тут 4 беконуса. Раз, два, три, 4. 4. Теперь я пройдусь, подтяну все и закреплю. Надо обязательно закрепить. Сначала я закрепляю. Дырочки позволяют это сделать. Несколько раз пройтись. Подтянула. И иду. Первая, вторая. Третья. И четвертая. Теперь я выхожу вот в крайнюю. И набираю бисер для петельки. Вот я вышла. Я снова взяла 7 бисеринок. И прохожу через этот же беконус. И закрепляю, иду по кругу. И снова прохожу через беконус, чтобы хорошо затянуть. И теперь прячу леску и обрезаю. Я прохожусь несколько раз вверх-вниз. Но если я выхожу, здесь я всегда прохожу бисеринку. Потому что у нас тут есть бисеринка, я ее прохожу. Так и закрепляю конец лески. Тут у нас бисеринка тоже проходит, прохожу. И вот так по квадратику прошлась и обрезаю. Можно еще вниз пройтись поглубже. Вот рисунок у меня, браслет у меня готов.
Теперь мне осталось только одеть замочек. Вот у меня браслет получился. Я делала такой замочек. Лучше, удобнее, конечно, магнитные замки. Самые удобные это магнитные. Легко, быстро одеваются. Вот такие два браслета у меня получились. Надеюсь, вам понравилось. Я очень старалась. Сделала три варианта. Бусины, рондели и биконусы. До свидания. Вот я смотрю, вот цветное ваше прозрачное поставила. Можно любые поставить. Также и тут можно поставить другой цвет в центре, я имею в виду. А можно зелененькие было поставить. Бисеринки можно заменить на золотые. Вот именно и в одном, и в другом можно заменить на золотые. Серебро и золото подходят к любому цвету бусинок. Вот серебро и золото. Так что можно заменить любой цвет. Взять даже синий, или серебро, или золото. Бисеринки могут быть... Но лучше всего золото или серебро. Хотя могут быть и разные. До свидания!